нас сегодня в плане последняя лекция для стоматологического факультета по неврологии. Это вертеброгенное заболевание нервной системы. Существует упрощенная классификация синдромов. По-старому это называлось остеохондроза позвоночника. Настоящий термин этот в международной классификации и в наших современных периодических российских изданиях вытесняется терминами боль в спине, дорзалгия, люмбалгия, цервикалгия, торакалгия. Ну, а в старинных классификациях, в том числе у классиков Казанской школы, у Якова Попелянского, в частности, все это называлось остеохондрозом. Ну и вот такие книги до сих пор можно встретить. И записи наших коллег, не неврологов, а семейных врачей или терапевтов, можно встретить. Они дают дань прошлому и называют болевые синдромы, называют остеохондрозом позвоночника. Итак, принципиально существуют рефлекторные и компрессионные. Компрессионные симптомы вертеброгенных заболеваний нервной системы включают в себя всю ту патологию, которая происходит из-за компрессии корешка, это корешковые синдромы, сосуда, соответственно, с инфарктом спинного мозга, спинального сосуда, сосуд, который снабжает спинной мозг, например, артерия депрожгатерона, нижняя дополнительная радикуломедулярная, или это будет артерия Адамкевича, и спинальные милые ишемии, в том случае, когда канал спинномозговой, там, где проходит сам спинной мозг или его тяжи конский хвост, сдавливаются, например, грыжей диска или отломком позвонка или под вывихом позвонка, но опухоли сюда уже не относятся, тут только костные образования анатомические наши врожденные. Происходит спинальная миелоидная ишемия с соответственной клиникой повреждения спинного мозга или конского хвоста или конуса эпиконуса. Все остальное – это рефлекторные синдромы. С чем мы встречаемся на амбулаторных приемах ежедневно, но и в своей обыденной жизни они, конечно, не минуют практически всех граждан. Это болевые синдромы в спине, особенно при тяжелой физической нагрузке. Они также могут сопровождаться увеличением тонуса мышц вплоть до спазма, чаще всего на одной стороне, тогда возникает сколиоз, называются это мышечно-тонические расстройства. Могут быть нейродистрофические, нейрососудистые, отраженные, псевдовисцеральные. Причина всех спондилогенных заболеваний нервной системы – это дегенеративно-дистрофические процессы в позвоночнике, которые осложняются грыжеобразованием. На данном МРТ-снимке вы видите в шейном отделе самые частые его локализации – это 3, 4, 5, 6 шейные позвонки. Мы можем наблюдать грыжеобразованием с сужением спинального канала. Если здесь спинальный канал может достигать 11 мм, то грыжа диска его снижает на треть, он может быть 5 мм. Соответственно, сдавливается спинной мозг, и на уровне этого сегмента, как вы понимаете, можно в клинике увидеть повреждение шейного утолщения, соответственно, верхний вялый и нижний спастический парапарезы. Теорий остеохондроза довольно много. Кто-то говорит, что это прямохождение, но, конечно же, в основном это механическое, сосудистое, травматическое. Ну, например, между каждым телом позвонком, между каждым существует 4 суставных поверхности, 4 сустава. Нагрузка в основном идет не на эти фасеточные суставы, идет на тело позвонка, но с возрастом происходит дегенерация хряща, появляется перераспределение нагрузки уже не на тело позвонка, а на фасеточные суставы, и фасетки могут уже тоже давать болевой синдром. То есть это будет и механическая, и возрастная травма. Что это такое?
мы зачастую видим при сохранном позвоночнике одну грыжу диска и пытаемся выяснить у пациента, что же у него было в анамнезе. И зачастую узнаем, что был какой-то фактор повышения, значительное повышение физической нагрузки, то есть человек поднимал тяжести в определенный момент. То есть это не хронически, это не его работа, он не работает подъемным краном. Он пытался поднять внезапно в какой-то чрезвычайной ситуации груз, который превышает его многократно. Ну и, соответственно, самый нижний позвоночно-двигательный сегмент, то есть это L5-S1, он получил самую высокую нагрузку по тяжести. Да, если еще пациент не имел не вертикальное положение тела, а был согнут под каким-то углом еще по правилу рычага, эта нагрузка может удваиваться, утраиваться и так далее, в зависимости от длины рычага. Гормональная, биоэлектретная. Гормональная, ну, например, это при нарушении обмена кальция, при заболевании пары щитовидных желез может возникать остеопороз. Стадии мы можем проследить на рентгенограмме. Это нормальный диск, потом дегенеративно измененный диск, потом диск начинает выпучиваться, но еще в фиброзном кольце трещина не возникает и грыжа диска еще не появляется. А на следующем снимке вы видите, что в эту трещину фиброзного кольца пролоббирует грыжа диска, которая распространяется в спинномозговой канал, где сдавливает, если не спинной мозг, то сдавливает крышки. И чаще всего это, конечно же, происходит в самых нижних сегментах спинного мозга. Вот даже, вот видите, на этой картинке видно, что чем ближе к сегменту между пятым позвонком поясницы и позвонком S1 или крестцом, этот диск уплощается у большинства пациентов, потому что несет на себе всю массу тела. То же самое мы увидим на рентгенограммах, которые нужно обязательно смотреть самостоятельно врачу, потому что врач-рентгенолог смотрит их десятками, а то и сотнями в течение суток. Мы сами знаем своего пациента, и какой бы вы специальности ни были, зону своих интересов, конечно же, в рентгенограммах рассматриваете сразу, потому что вот в этих рентгенограммах, кроме того, что есть уплощение лордоза, точно так же вот в этих рентгенограммах мы можем увидеть аномалию Киммерли. Вот самая старая рентгенограмма здесь указана, это аномалия Киммерли, почему, собственно, я ее и привел. Грыжа диска может пролоббировать медиально, грыжа диска может пролоббировать латерально и сдавливать только один корешок. Если пролоббирование ее медиальное, она имеет большой размер, это может быть сдавление и спинного мозга, и двух корешков одновременно. Формулируется диагноз в нашей стране по двум системам. Одна система – это МКБ-10, международная классификация болезни 10-го пересмотра. И формулировка диагнозов идет в том случае, если мы считаем, что данный момент не очень точен, мы можем переходить к отечественным классификациям, которые расшифровывают и дают больший функциональный диагноз, нежели международная классификация болезней. Она создана для всех стран, чтобы мы понимали друг друга, и имеет те названия, которые тоже присутствуют в наших классификациях. Это и цервикалгия, боль в шее, это и ишиаз, это и люмбалгия с ишиазом, то есть и спина, и нога, это только одна люмбалгия, только одна торакалгия или другие дорсалгии. В настоящее время пользуются в России большинство неврологов классификацией заболеваний по Антонову 85-го года пересмотра. Здесь эта классификация примерно содержит те же элементы, которые мы с вами говорили на первом слайде, что это есть рефлекторный синдром под цифрой 1 на каждом уровне, шейный и грудной и поясничный. Это боль и спазм. В том случае, если происходит сдавление
отломками позвонка, опухолью позвонка или пролапсом, или пролапсом диска или грыжей диска уже нервных образований, например, радикса корешка, то в этом случае возникает корешковый синдром, и тот корешок, который сдавлен, соответственно, миотом, который он иннервирует, появляется паротичным, становится. Тот рефлекс, который он иннервирует, рефлекс снижается или исчезает, и тот дерматом, который иннервирует данный корешок, участвует в иннервации в составе каких-то нервов, да, потому что нервы образуются же из нескольких корешков, тот дерматом испытывает извращение чувствительности, то есть это может быть и гиперестезия, и гипостезия, и анестезия, это может быть и феномены гиперпатии, это может быть и парастезия, и различные другие эстезии. Итак, давайте посмотрим. К нам обратился пациент, у которого болит только шея. Мы увидели у него болезненность мышц шеи, мы увидели ограничение поворотов в разные стороны, мы увидели симптомный ри, это болезненность при сгибании шеи головы вперед, при пассивном или активном, то есть это не ригидность мышц затылка, пациент может согнуть голову вперед, наклонить и коснуться подбородком рукоятки грудины, может коснуться, но ему будет больно. То есть это отличается от ригидности мышц затылка. Это очень важный момент, потому что можно здесь перепутать. Если у него есть тонический синдром, мы так и напишем в диагнозе, что это цервикалгия с мышечно-тоническим синдромом. Соответственно, пациент получит не одно лекарство, не одно назначение противоболевое, например, нестероидный противовоспалительный препарат в виде любым методом введения. Это может быть перос, это может быть свеча, это может быть внутривенно, внутримышечно, и может быть местная аппликация гелем в том числе. Точно так же это может быть и физиотерапия, введение данного вещества. А второй момент, ему абсолютно показано при увеличении тонуса, ему абсолютно показано препараты, которые снижают мышечный тонус. Их всего у нас три. Это медокалм, сердолут и баклосан. У них есть у каждого своя зона, как сказать, активности, своя группа пациентов. Они несколько отличаются друг от друга, и для каждой категории пациентов можно назначать разные препараты. В том случае, если сдавлен будет корешок, например, С5, да, то есть грыжа диска сдавливает С5 корешок. В клинике мы увидим, что пациент по дерматому С5, вот этот полосатый человечек из лекции по чувствительности, он будет предъявлять в зоне плеча, он будет предъявлять боль вот с этой стороны, где сдавлен корешок. Точно так же С5, вы помните, что он формирует два рефлекса, это бицепитальный рефлекс С5, С6, будет снижен бицепс-рефлекс, и этот рефлекс входит в карпорадиальный рефлекс, и можно увидеть, что карпорадиальный рефлекс тоже снижен. Получается, у этого пациента будет, кроме боли, еще снижены два рефлекса, и чувствительность будет в дерматоме С5 при помощи игольчатого молоточка, будет тоже обнаружено, что она изменена. Чаще всего это будет гипостезия у пациента, будет сказано. Это шейный уровень. Если боль иррадиирует в затылок, то мы можем говорить о цервикокраниалгии. Если она иррадиирует в руку, вот как в нашем последнем случае с корешковым синдромом, то есть мы будем писать корешковый синдром С5 справа вертеброгенный или вертебрального генеза, запятая, острый, подострый или хронический болевой синдром, запятая, мышечно-тонический синдром. И дальше затянувшееся обострение или, например, хроническое течение. Вот формулировка диагнозом для шейного уровня. На грудном уровне я вам хочу сказать, здесь есть только одна особенность, про которую я сейчас отдельно проговорю. То, что торакалгии чаще всего, конечно же, они не корешковые. Торакалгии, скорее всего, мышечные и осаночные. В торакалгиях очень часто принимают участие
легкие, плевра, сердце, медиастину, пищевод, желудок, сердце, сердце, если не сказал. То есть большое количество заболеваний органов грудной клетки будут, естественно, отражаться на грудной клетке. И первый врач здесь не отнюдь не невропатолог, а если это боль в грудной клетке с кашлем, например, и температурой, то мы думаем о бронхите, плеврите, пневмонии. Ну и, естественно, там может быть заболевание лимфоузлов средостения, например, если там пакет лимфоузлов, кашель будет, боль будет, рентгенограмма будет норма, и у невропатолога норма. Это пациенты не неврологические. Торакалгия в неврологии самая благоприятная, а заболевания сердца и легких, конечно, требуют диагностики. По поводу корешковых синдромов. Корешок должен быть сдавлен в грудном отделе только одним, что если позвонок сломался, есть какое-то образование канала. Это метастаз или липома. Если на рентгенограмме нет никаких признаков перелома позвонков или его, например, туберкулезной конкресценции или компрессионного перелома при остеопорозе, нету последствий перелома компрессионного позвонка или его отростков при травме или последствии травм, то тогда может быть только одно, что поражает корешок межреберный. Это может быть только одно заболевание. Это герпес зостер. Причем боль предвосхищает высыпание только на одни сутки. Поэтому, если к вам пришел пациент с жалобами, то, что у него опоясывающая боль, не забывайте, что есть еще заболевания поджелудочной железы, такие частые для нашей страны, не чуждые нашему населению. Опоясывающая боль, чаще всего односторонняя, и говорит, что он болен уже вторые сутки. Вы не видите высыпания герпеса, значит, это не герпес. Остался только одно действие – сделать рентгенограмму того сегмента позвоночника, который должен вот иннервировать вот эту зону кожи, дерматом, где выходит корешок. Есть определенные схемы соответствия сегментов спинного мозга, корешкам спинного мозга и дерматому на теле. Фотографируем рентгеном позвоночник, видим, что патологии позвоночника нет, и говорим, что или опоясывающая боль с вертебральным синдромом не связана. Это очень важно, потому что зачастую можно заболевание печени или панкреатит или какую-то опухоль, можно думать, что это доброкачественное заболевание якобы нервной системы, якобы межреберная невралгия. Так вот, межреберная невралгия, я вам объяснил, может быть только в двух случаях. Если ломанный или метастатичный позвонок сдавил корешок, это видно на рентгене, причем тут есть еще одна проблема. Дело в том, что рентгенологические изменения при поражении костей метастазами, да, рентгенологически могут отставать на полгода. И может измениться ваше представление через полгода. Но если вы рентгенограмму сделали, диагностический минимум выполнили, но тут есть свои тонкости. Но это уже для врачей, собственно, лечебного, общелечебной сети. Пояснично-крестовый здесь... Он более частый, потому что находится внизу позвоночника. Большая часть нагрузки всего тела, в том числе вес, который принял на себя плечевой пояс, приходится на именно поясничный отдел позвоночника. Соответственно, здесь грыжи самые частые, заболеваний больше, боли больше. Ну а так как наше народонаселение практически не имеет, и в том числе работодатели, близко к 100% не имеет культуры труда, люди используются в качестве тягловой силы, люди используются в качестве носильщиков, люди используются в качестве подъемов кранов, когда, например, они хотят сэкономить и строят дом, и поднимают тяжеленные бревна собственными руками, занимаются строительством, вместо того, чтобы это делали механизмы, использовать тележки, тачки, лифты, подъемные системы, системы блоков. Наши люди пытаются все поднять сами, работодатель, естественно, не дает строителям механизмов, и строители, особенно частные строители, самостоятельные строители,
оказываются на больничном листе у врача-невролога с различными болевыми синдромами, в том числе и с травмой в виде грыжи диска, которую пациенты сами себе зарабатывают вот своим отношением к собственному здоровью. Ну, в принципе, это самое главное про поясничный отдел. По поводу лечения я в конце немножко остановлюсь, но так самые главные моменты, когда мы рассматривали с вами клинику, боль купирования, нарушение тонуса купирования, если это корешковый синдром, то добавление сосудистой терапии, физиотерапии обязательно. Почему? Потому что этот пациент может дать более длинные сроки временной нетрудоспособности, нежели просто пациент с рефлекторным синдромом. Ну и, конечно, компрессия корешка не исчезает. Вот, хотя мы пациенту применяем все консервативные виды лечения, грыжа диска никуда не рассасывается, не всасывается. Есть элементы, когда рассасываются грыжи дисков, но это уже изучено, доказано, опубликованы статьи. Это бывает в редких случаях. Никакие лекарства не влияют. Есть мнение, что якобы есть лекарства, которые рассасывают эти грыжи дисков. Но почему-то они их рассасывают, эти лекарства, только в 0,5-0,1% тех пациентов, а 99% они не действуют. Конечно же, не лекарства. Но это тема уже отдельного обсуждения. Здесь на экране вы видите таблицу из учебника топической диагностики нервной системы, в которой есть тесты по локализации болевого ощущения по проверке врача, где врач должен проверить, соответствует локализации грыжи диска и, собственно, тест, который мы предлагаем на двигательную порцию нерва, и ищем параличи, и сопоставляя все эти данные, мы можем определиться, какой же корешок, собственно, поражен. Итак, когда к нам пришел пациент, мы должны спросить его о характере боли. Вы помните, на лекции по боли я вам упоминал, что боли бывают трех видов, в том числе смешанные. Потом мы должны определиться, изменена ли у него поза, есть ли искривление позвоночника. Потом определиться с двигательными расстройствами, в том числе рефлекторная сфера, и есть ли похудание мышц, в том числе атрофии. Потом измеряются субъективные ощущения пациента, это нарушение чувствительности по корешковому типу. Проверяются симптомы натяжения корешков, в том числе, например, симптом Лассега при патологии Шиадикуса, симптом Нери, который я уже упоминал при болях в шейном отделе, и симптомы Вассермана для бедренного нерва. Сопоставляется это с результатами лучевой диагностики, которая нужна только для того, чтобы исключить травмы и онкологию. Корреляции между выраженностью остеохондроза и болевым синдромом нет. Корреляции между размером грыжи и болевым синдромом и длительностью временной нетрудоспособности нет. Это мнение высказано учеными по всему миру и закреплено в стандартах и Евросоюза, и Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки. Корреляции нет, МРТ на первом уровне не назначается. А только когда уже идет вопрос об опухолях и необходимость для нейрохирурга для локализации вмешательства. Соответственно, если есть болевой, соответственно, выраженности боли по классу ВОЗ существует три ступеньки боли. Соответственно, назначается препарат, то есть если боль выраженная, назначается сильный анальгетик, чтобы боль была купирована в быстрые сроки. Почему? Потому что в этом случае возникает защитный мышечный спазм, дефанс мышц защитный, и появляется уже вторичная боль, нужно поменять миорелаксанты, опять же, что удлиняет временную нетрудоспособность и длительность больного
на стационарной койке или на дому. Запрещено пациентам с болью в позвоночнике вертеброгенного генеза, мы говорим не о травмах, запрещен постельный режим. Это указано в стандартах Евросоюза, американских штатов различных. У них есть свои стандарты по болевым синдромам, в том числе вот стандарты Северной Каролины, Евросоюза, израильские стандарты, Российской Федерации. Там все одно, что болевой постельный режим противопоказан. По поводу хирургического лечения. Во всем мире последние десятилетия стали воздерживаться от хирургического лечения в остром периоде сдавления корешков. Показания к хирургическому лечению 3. Это нестерпимая боль в позвоночнике. Пациент не может терпеть боль. Есть расхожая фраза в медицинском кругу, которая звучит так. Пациент должен приползти к нейрохирургу и умолять его в операции. То есть, когда пациент полностью уверен, что операция нужна, что потом не потому, что будет удалена часть органа, потому что потом не было сомнений со стороны пациента, что его кто-то в этом убедил. Второе показание, значит, выраженная боль, первое. Второе, нарушение функции тазовых органов, что сдавлены те корешки или отделы спинного мозга, и если не быстро восстановить, декомпрессию произвести спинного мозга и корешков, то тазовые расстройства могут быть в виде недержания мочи, импотенции, могут остаться на всю жизнь. Поэтому это второе показание. И третье показание – это параличи стоп. То есть, если есть парезы, тазовые и нестерпимая боль, это является все три момента, или хоть кто-то один из них является показанием хирургии. Если этих моментов нет, боль терпеть можно, современные анальгетики – достаточно сильные и достаточно безвредные. Пожалуйста, вопросы. Мы закончили цикл лекций для стомат-факультета. Вопросы. Хоть писать, хоть говорить. Любой. Павел Владимир, да. Такой вопрос. Смотрите, меня именно интересует название всей группы. Вот остеохондроз. Да? Если с латыни переводить, остео – это кость, хондра – это хрящ, а ОЗ – это болезнь или процесс. Как-то непонятно получается. Получается кость, хрящ, болезнь. Почему группу этих заболеваний не назвали спондилоартроз? Так ведь понятнее. Сразу же указано место. Латинский, греческий. У нас с вами три языка. Русский, латинский и греческий. И идет их смесь. Мы можем говорить спондилогенное заболевание, можем говорить вертеброзаболевание, вертеброгенное. Значит, почему ОС? ОС – это какое-то в том числе образование, дополнительная ткань. Получается, термин остеохондроз говорит о том, что вырастают шипы или узуры, или шварты, или третий термин – скобки в костях. Это кость ОС, остеоос, да? А хондра – хрящ. Или фасеточные суставы тоже изменяются, фасеточные суставы деформируются, они неаккуратные, округлые становятся, они могут быть плоские, с бугристыми краями, и получается опять же деформация хряща, вот вам хондра и опять приставка ос. Вот как мы понимаем, почему, откуда слово у нас остеохондроз. Но давайте еще раз скажу, это рентгенологический термин. Клиники не имеет никакого отношения. Это только рентгенология. Клиники не употребляется. Ни в МКБ-10 не употребляется. Ни в нашей с вами классификации по Антонову, по которой работает вся страна уже вот 50 лет скоро. Вопрос? Я с грустью с вами прощаюсь. Цикл лекций для стоматологов по неврологии закончен. До свидания, хороших выходных.